Почему вы фотографируете свой бюллетень? Фотоотчет. Кому? Куда? Организация. А вот еще селфи фотографирую. Это уже 14-й избиратель за сегодняшний день, который фотографируется напротив урны. Кто-то говорит для Инстаграма, для Фейсбука, чтобы таким образом показать. Вот я пришел, проголосовал. А если для того, чтобы прийти и отчитаться перед своим руководством, что проголосовал? А можно вас поинтересоваться, мы наблюдатели, почему вы фотографируете свой бюллетень? Фотоотчет. Кому? Куда? Организация. С нас требует. Все, спасибо. Очень смотрите, с нее требует, в организации работает и с нее требует отчет. Мы наблюдатели не можем сфотографировать. Она нас спросила, сфоткать то, как она голосует. Теперь она вот избиратель попросила. Вот, пожалуйста, это признаки принуждения к голосованию. Я не могу сказать, что ее принудили, но признаки налицо. Девушка, можно поинтересоваться, мы наблюдатели, почему вы фотографируетесь? На работу отправили. Вот еще одно селфи. Даже это для Инстаграма, для Фейсбука, скажите. Можно вас спросить, мы наблюдатели, вот сфотографировали, вы это для чего делаете, вот то, что сфотографировали? Для работы, отчитаться на работе. Вас принуждают голосовать, что ли, получается? Принуждают, я в госучреждении работаю, и нам надо обязательно отчитаться. Спасибо.